Россия вам, вас создала, Россия вам, вы заработали денег. Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Я уже не говорю про Аллу, потому что я получала 17 рублей, собирая стадион 45 тысяч. Вот просто, если кому-то нечего делать, посчитайте, сколько денег я принесла государству. Я продавала, вернее, фирма «Мелодия» продавала мою пластинку, которая вышла, я об этом не знала, это мне сказали американцы, когда я подписала контракт с Америкой, в 20 миллионов экземпляров. Я получила 137 рублей. Вообще за весь тираж? Я не пошла получать. Она продавалась за 2-3 рубля. Вот посчитайте, кто кого содержал, кто кому платил. Я отработала.